Я начинаю, точнее продолжаю бесконечную 242-ю лекцию. Пригодится ли она? Сейчас посмотрим. Так, смотрите, вы уже поздравляли, не меня, нет, это дерево юбиляр. Я на этом сделал акцент, потому что я сейчас сделаю кое-кому из вас выгодное предложение. Ну, вы знаете, как сейчас принято. Торговля – это и кто кого надует, и кто кого это самое, ну, просто заинтересует, потому что человек мечтает, банки мечтают, чтобы подарить вам деньги, вы же знаете прекрасно, каждый день вам звонят, умоляют, возьмите у нас деньги. Торговля тоже, медицина тоже. Обязательно будете со 100 лет жить, только купите наши лекарства. И никому в голову не придет, что если все эти лекарства принять, то умрешь точно. Причем в ближайшие дни или месяцы. Вот как-то бы кто-то бы их урезонил. Вот. А вот здесь беспроигрышная серия. Скажите, если это дерево, может ли оно плоды отравить вас? Которая не знает слова ни одного миллиграмма яда химикатов. Не то, что грамма человека, ни одного миллиграмма, даже не так. Ни одного миллиграмма. Ни одного. Вы представляете? Вот. А это же здоровье. Тут все. Тут и онкология, и долгожительство, и соки, компоты, варенье. Все. И ведь что интересно... Плоды манжурского абрикоса съедобны. Они не сразу стали съедобны. Но это уже другая песня. Давайте пока эту песню. Почему я вам это показываю? Ну, поздравляем еще раз нашего юбиляра. Ему было 38 лет. Оно было посажено 38 лет назад. В двухлетнем возрасте 38 плюс 2, 40 лет. Теперь для чего я вам это показываю? Вот. Получается, я еще вынужден агитировать, купите у меня косточки, ради бога, у вас такие же будут. А потом тишина. И раз не... Это сейчас, эти же косточки, кстати. И вот сейчас, где-то середина лета, через 2-3 месяца время посадки уже начинается, и тишина. И это один в неделю делают заказ, и это все. Вот. И вот на этом фоне, и вот я понять не могу, что с нашими людьми-то случилось? А сейчас я вас иду вам навстречу. Вы мне не просите ничего, вы не просите косточки, вы не просите скинуть цену. Вы просто молчите. Ладно. Тогда я решил тоже. Буду я торгашом. Вы что, зря, что ли, в Украине родился? Не, братцы, не зря. Итак, некоторые из вас разочаровались в чем? В том, что... А взойдут ли они выброшенные деньги? Ну, деньги-то не такие большие. Ну, представляете, огромный сад, 50, это 70 деревьев в идеале за 1000 рублей. А еще раз, один саженец, привезенный из Финляндии, кстати, не самая шикарная сорта, в Ленинград, заранее изувеченные, подчеркиваю, саженцы заранее, знаете, стоит 8 тысяч. А вы представляете, сколько сотен деревьев можно вырастить за эту же сумму 8 тысяч, где один саженец яблони. Вот это вот такая действительность. Теперь я еще делаю шикарный жест. Смотрите, какой. У меня случилось следующее чудо. Вся эта почва, видите, пни, вон они. А они плодоносили. А собрать все я не смог. Какой к черту собрать там это? Сейчас, ладно, по порядку. Если вы видели, 40 ведер на ваших глазах лежали на земле. Так вот, собрать было невозможно, и вот результат. Ну, покосили, косили, косили, косили. Уже дважды косили. И огромное количество сеянцев сходом, абрикосов, самосев, были уничтожены. А эти почему уцелели? Да потому что они прислонный круг захватили, видите? И вот когда она стала такая явь, и я не выдержали нервы, я сказал тому же Андрею, помощнику, стоп, не пилим, не косим. Тогда стал вопрос, а что с ними дальше делать? Ведь их несколько сотен таких. Тогда их надо каким-то образом сбыть, не пропадать же добру.
Вот. И тогда я решил подключить свою помощницу. Сейчас вам покажу ее. Вот она. Значит, вы знаете, для меня это Юля, Юленька, любимая племянница, а для вас это Юлия Сергеевна. Вот, серьезная женщина. Вот. Пока она Мельникова, но когда это будет через тире Железова, это будет псевдоним. Значит, смотрите. Эти несколько сотен абрикосов, на которые не поднялась рука, они растут сами. Тут небольшой уход, там чуть-чуть травку пощипали, и все. Вот. Осенью они будут уже готовы к переезду. Так. Значит, естественно, это будет недорого. Наверное, это уникальная вещь, которая потом даст вот это, которая потом, ой, я же про, которая даст вот это, а куда ты делась-то? Ну ладно, это, нет, я все равно хочу вас возбудить. Вот, смотрите, которая даст вот это со временем, годовалый саженец за 300 рублей. Но никто вам не собирается, Юля, и у нас свои проблемы. Кстати, это все с этого, вот эта нижняя часть, это вот с него, вот с этого. Вот. А какая схожесть, я вам показывал, процентов 100. Ну, ладно, 99. Ну, хорошо, 98, не придирайтесь. Смотрим дальше. Если среди вас найдутся желающие сразу совершить чудо, например, сразу 100 штук взять и осенью вот этих вот забрать. Значит, самопривоз, или как это называется, точнее, самовыезд, так, приехали, рассчитались, а это недорого, 300 рублей, вот. Может быть, будут даже еще скидки. Ну, по крайней мере, десяток захотели, это 300, 20 захотели, 300. Ну, хорошо, захотели 50, пусть будет 250. Потом напомните, что я тут наобещал. Вот. И чтобы сразу партия приехал, забрал, расплатился. Желательно осенью. Выгодно или нет? Опасно или нет? Смотрим сюда. Да, вторая. Еще полсотни этих персиков, сеянцев, она готова вам продать. Но там будут уже другие цифры, но это уже будет индивидуально. Это персики. Вот. Вот это посадки осенние. И я клянусь Богом, они никогда не погибали. Никогда. Это я Богом поклялся. Вот осенью посажены, обычно это конец сентября, начало октября, перед самой зимой. Вот. И я не болтун. Видите? Вот. И за все годы несколько сопрел у основания штамба отслаивалась кора. У нескольких из сотен, а в конце концов из тысяч. Понятно, да? Теперь смотрим дальше. Вот. Вот это возвращаюсь к патриарху. И вы уже поняли. Значит, я еще несколько раз до осени. Торопитесь, кто-то сейчас заранее может ударить по рукам. Причем даже предоплаты не требуем. Предоплата только мой принцип, только на момент выкопки. Вот тогда и предоплата, за несколько минут до выкопки. Вот. Вот там мы и окончательно договоримся. Выгода сумасшедшая. Сумасшедшая. Это вам не петух прокукарекал. Вот это вот. Вот это вот ваше будущее. Вот это вот ваше будущее. Вот. Это фактически немыслимо считается, тем более это же Сибирь. Смотрим дальше. Давайте немножко про агротехнику теперь. То, что было рекламная пауза, она закончилась. Смотрим дальше. Итак, вы видите основание штамба у этого же самого манжурского патриарха. Вот он какой. Вот. 10 лет назад Матвеева Юля, моя ученица, студент, на тот момент студентка Омского университета, пыталась его обнять. Ей не хватило никаких рук. Фотографии я вам показывал. Давайте посмотрим внимательно. Итак, мы видим мхи, мхомох. Вот это зелень, кто еще не знает. Дело в том, что вот это считается самой страшной вещью на свете.
вот этот мох, который я называю уважительно шубой, он и выше, он и ниже, вот он, зелень, да. То, что светлое вы видите, это лишайники, так. Ну, вы же знаете, что такое лишайник. Наука до сих пор не может точно разделить мох от лишайника, лишайник от грибов, да? Ну, вспоминаем школьную программу. Вот. Вспомнили? Вот. Значит, это же еще и там трещинах, и так же. Кстати, а вот они грибы, вот они по земле идут. Вот это все единое целое. Это, ребята, лекция. Идиотизм заключается в том, что это дерево должно было погибнуть много лет назад. Вспоминаем. Самое распространенное какое утверждение? Абрикос нужен в ежегодной обрезке. Вы представляете, если бы я его каждый год бы резал. Я уже не издеваюсь над ним, я уже не ругаюсь, я уже смеюсь над этими странными людьми. Мне тут, мы ехали сегодня из деревни, и Юлия Сергеевна, которая идет речь, да, вдруг она мне заявляет: Валерий Константинович, вы на последнем вебинаре выматерились. Я развожу руками: Юля, что мне делать-то? Ведь невозможно удержать в себе. Вот они ненавидят деревья, они уничтожают все, грибы. Они уничтожают самое ценное на свете. Перечисляю. Для этого достаточно взять пульверизатор, раз, и лопату, или тяпку. Они уничтожают все напропалую. Бактерии под лопатой. Черви под лопаты, муравьи уничтожают, грибы уничтожают. Всю эту цепочку, которая еще раз, я уже который раз, которая дает вот это, все это уничтожается напрочь, понимаете, друзья? И вот один раз она очень деликатная такая, бледная девчонка, в смысле, что сильно воспитанная. Она мне намекнула, что... Ну, прямо не сказал, но я извиняюсь за то, что я выматерился. Вот. Но они ненавидят все вот это, да? Вот. Все вот это ненавидят. А я, получается, не их ненавижу, потому что их нет числа, они все множатся, множатся. Уже давно отменили эту монетизацию, уже когда за каждую минуту этих самых бесконечных роликов платили деньги. А они остановиться не могут. Что творится? Вот это есть все единое целое. Грибы, видите, это вот они грибы. Вот, это посажено на холме. Не так. Это дерево себе выкопало само холм. Вы знаете, что в то время понятия о холмах не имел? Я сказал, 38 лет назад посадил. Но оно выкопало себе холм и до сих пор живо. Со стороны севера защитилось. Защитилось это дерево с помощью мха, так, оно защитило, это шуба, шуба, это защита от северного ветра, от лютых северных ветров. В школе проходили, заблудился, посмотрел, с какой стороны мух, там север, значит, иди на юг, если ты с юга пришел. Вот сколько я наговорил, потому что это я как бы подводил, простите, пожалуйста, что я выматерился. Но удержаться было невероятно сложно. Я и прощения прошу, и в то же время оправдываюсь перед вами. Итак, ребята, вот. Итак, ребята, если сможет Юлия Сергеевна заработать хотя бы несколько тысяч, потому что это я сказал, Юля, это твое. Вот и, пожалуйста, торгуйтесь. Ну, предельная цифра 300 рублей за саженец метровый. Не это бутылка водки, а что будет потом, вы уже видите.